за то, что вы говорите такие слова. Вот я сделаю слова мои в устах твоих, пророка, огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их. Вот я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, а это халдеи имеется в виду, и дается им характеристика: народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, колчан — это где стрелы, как открытый гроб. Все они люди храбрые, и съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, не в прямом смысле, а уведут их в плен и убьют. Съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Вот если в контекст вписать: и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И вот дальше комментарий самого Иоанна Богослова: «Сие сказал Исаия».